Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69-400, без выходных. И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра с ним вас познакомит Алина Мозгова. Теплое и солнечное утро – примета того, что лето будет засушливым и, возможно, большое появление пожаров. Если же утро пасмурное и небо затянуто тучами, значит, лето будет холодным и дождливым. Так гласят народные приметы. А я вам расскажу о погоде на завтра. 25 мая в Кирове ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 24, ночью плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Хорошей вам среды!